1 мая 2020 года, Алтыслагерь. Расположение подразделений артбригады и других войсковых подразделений. Это столовое, здание столовой. И других, это еще как минимум 4 войсковых частей здесь размещались. Я сказал 1 мая, да, дата. Сегодня праздничный обед должен быть по идее. Ну вот мы уже здесь. Готовы к приему пищи. Пасмурно. Как бы дождь не пошел. Время не ближе к 12. Мы бывали с вами во всех помещениях здания столовой, как и во всех зданиях других. Во всех помещениях. Ну, посмотрим сегодня, праздничный день. Покрутимся возле столовой, кормить нас никто не собирается. Сегодня посмотрим плац. Было солнечно, пока я сюда добирался. Хорошая была погода. Хотя по прогнозу было обещано, что и дождь сегодня будет. Это центральный вход сюда. Большой зал приема пищи. За дверями. Ну а здесь на второй этаж, по ступенькам, на площадку, также зал приема пищи. Можно подняться и на чердак, здесь с этого же крыла, а и также налево. Все подразделения здесь питались, которые здесь были, дислоцировались, которые здесь. Ну, кроме войсковой части 42030, у них была своя столовая. Ну, можно подняться. По перилам. Мы не будем, по ступенькам пойдем. Вот такие перила целые. По причине плохого прогноза я далеко не выезжал. Не поехал никуда. А здесь поблизости. Кстати, попасть сюда довольно сложно. На территорию все ходы и выходы перекрыты. Выше поднимаемся также по лестнике. Вот здесь такая решетка сейчас вместо дверей. Только позаглядываем. При желании можно войти в здание. Это надо попасть с противоположной стороны через окно любое первого этажа.
через, например, варочный цех, и можно зайти сюда. Мы бывали здесь, поэтому мы не будем заходить вовнутрь сегодня. Какие как огорожены окна были. Потом уже видно, мы переделывали здесь. Да, выходим, спускаемся. Спустились, и также можно было подняться и на то крыло. Что мы сделаем сейчас? Это что ж, как-то так сюда зашли, туда нет. Жалко, солнце ушло. Невыразительное видео. Поднимаемся. Правое крыло. Здесь мы поднялись. А там мы были. Вы меня извините, мои подписчики на ютубе, участники группы, что не называю все воинские части по номерам. Какие здесь дислоцировались и питались их подразделения. Не потому, что не помню. Я считаю, что это и напрасно. Мы уже сказали, что и другие уже понятно было. А по памяти могу сказать, что здесь и питались противотанкисты. А мотострелки были изначально здесь, войсковая часть 47-279. Что-то я отвлекся. И поднялись мы повыше. Тут некуда заглянуть, но мы не хотели. О, вот мы можем заглянуть. Вот, дырочку. Надеюсь, смотрели ранее созданные видео. Развернулись. Ну и смело можем выходить, спускаться. Ну, прямо плац. Дальше здание штаба и санчасти через плац. Вот здесь находилось на постаменте артиллерийское орудие одно время. Выходим. И будем завершать наше видео. Это будет одно. Попробуем еще сделать сегодня, пока мы здесь. И возможность есть. Пообедали, посмотрели, как меда напились, да. Вон там курилка за полукруглым забором. Или же место отдыха. Такие заросли здесь перед столовой. Ежевика, другие растения. Это ежевика здесь. Начинали здесь и завершим.
Вот как раз можно сказать, что мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Всем всего доброго, до свидания, до новой встречи. Это мы были на у столовой артбригады и других войсковых подразделений Алтыслагерь. 1 мая 2020 года. До свидания.